И всем кокошники, дорогие друзья, сегодня с вами допустим это WWE 2K19 финалы. Финал Dusty Rhodes NXT Tag Team Classic. Кто же возьмет кубок? Кубок имени Dusty Rhodes, American Dream. Новый день, который победили Sanity в очень напряженном матче, который победили Street Profits в гораздо проще матче. Авторы боли, которые победили Undisputed Era в нормальном матче против механиков, которые победили их в довольно напряженном для них матче. За кого великий рандом предстоит сыграть мне сегодня? Я, кстати, заметил, за кого я играю уже два матча подряд, из-за того я проигрываю, так что за кого я возьму, это еще далеко не факт, что я выиграю. Хотя я, goddammit, постараюсь. И играть я буду за команду под именем в авторах болях будем играть. Ну, ладно, поскольку это финалочка, чтобы растянуть хронометраж, посмотрим выходы. Почему нет? Почему нет? Посмотрим выходы нового дня, Again и авторов боли. Матч обещает быть интересным. В реале он был бы очень даже насыщенным. Неужели авторы боли это те, кто смогут и в реальной жизни захватить этот кубок, и в виртуальной жизни тоже? Byron, how big is this match for these two teams here tonight? Well, Michael, the tag team division is white hot right now. So while a win will obviously be huge, I can tell you that a loss would be absolutely devastating. Given the competition right now, a loss tonight would be a huge setback. Intimidating forces in WWE. And their opponents, at a combined weight of 620 pounds, Akam and Rhaegar, the authors of pain. The authors of pain. Akam and Rhaegar have no issue obliterating anything or anyone. Or obliterating anything or anyone. Akam and Rhaegar, two behemoths that possess terrifying speed, shocking agility, and have a big-time future in the WWE. Ну что же, черепашки на стероидах от Джиндра Махала готовы побеждать New Day. Акам, который сейчас без промедления. Да куда ты бежишь? Бежи тут, Бигги Лэнгстон, тоже мне бегун мировой. Ты не Усейн Болт, Бигги Лэнгстон. Ты Бигги Лэнгстон, просто беги, понял? Тоже мне бежал он тут. На что-то надеялся. Ты черный. Я даже не знаю, как сейчас вернуть, чтобы это не было расизмом.
любитель черного цвета, потому что его хлопья по-любому черные, более чем уверен в этом. Но я не бывал в Америке, охрените. Этот прием мне всегда нравился. Он делается на противоходе и смотрится очень жестко. Это такой этакий рок-ботом. Что называется, пошел-ка ты нафиг. Отличный рок-ботом. Так, и беги, что ты делаешь? Не надо вытирать в новый ринг, он и так сухой от тебя. Понятно, беги? Еще, а он хочет дать так кофе Кингсону, интересно. Но Акам не хочет, чтобы давали так кофе Кингсону, так что он медленно и неспешно пройдет к Резару, потому что Резар в том матче очень даже многое решил, в том матче в полуфинал. А, купился кофе Кингсон, на! Вот так вот. Авторы боли будут делать все грязно, чтобы победить, потому что авторы боли достойны. Так, давайте немного потаунтим. Не будет шанса у нового денег, говорит нам Резар. Но он готов побеждать. Побеждать и побеждать страшно. Просто без шансов на победу для Кофи Кингстона и Биг и Лэнстона. Ой. Какой же клоузлайн мощный для этого. С прыжка втащил нам сейчас кофе. Кофеек. О, кто-то у нас у слабенький, да? Кто-то мало каши ел Кофи Кингстон, да? Хочу тебя кубиков больше, чем у Тони Низа, но это ни о чем еще не говорит Кофи Кингстон. Смотрите на лицо Кофи Кингстона. Да, конечно, ломание плеча это что-то прям величайшее. Особенно самое первое внимание, когда первый раз ломаешь из трех, по-моему. Но у Кофи Кингстона очень забавное лицо было. Да, на обратный локоть, вот. Автор более не привыкли терпеть унижение от каких-то нового дня. Если бы они были на том бренде, мне кажется, их реально бы матч мог быть выглядеть очень и очень прямо на 4 с плюсом, так точно. В принципе, новый день не могут, ну нет, они могут показать плохой матч, но зачем они делают вполне себе неплохие матчи, если руководство позволяет им это сделать, собственно, как и авторы боли. Сейчас авторы боли хрен пойми с кем, ну понятно, с Рокстаном Спадом, который я даже не знаю, как зовут в WWE. Пол Эллеринг, к сожалению, ушел. С Полом Эллерингом они играли прямо очень отлично. Прям посмотрел и верил то, что вот они авторы боли. И вот этот вот лысенький дедушка пришел, чтобы помочь им убивать вообще. Вот, а с Полером, а с Рокстар Спадом, ты смотришь, они думают, ну и что он тут забыл вообще? Еще одну секунду, они просто его съедят. Но нет, не съедают. Добрые у нас авторы боли какие-то. Очень жалко, что ни авторы боли, ни Сэнити пока что в основе себя не показали. И очень ждем, по крайней мере, я жду пока и авторы боли, и Сэнити, да и механики, что уж там покажут себя и покажут класс, потому что ни одна из этих трех команд себя никак себя не показала, к сожалению. И хотя уже механики довольно-таки долго находятся в основе, но они сделали ровно счетом ничего. У них были шансы захватить золото у Битима, но даже, мать вашу, Битиму они всрали. Так что о чем можно вообще говорить? Ничего против Битима не имею, но тот матч был просто ужасен. Как кое-кто запустил хэштег 0 приемов, потому что там было около 0 приемов, плюс-минус 2. Минус 2 приема просто, да, и все. У Кофи Кингстона есть камбэк, есть пайбэк. Но он ничего не использует. Но авторы боли там не все равно. Им главное что? Правильно избить. И удачный командный прием. Что же это будет? Это у нас просто избиение коленями этого Кофи Кингстона. И подброс еще раз об колени. Хорошо. Это называется командная работа. Нет. Опять-таки показывает нам Акам. То, что шансов у нового дня по-прежнему так и не появилось. И снова бросок через весь ринг. Хорошо. Ну, Кофи Кингстон, у тебя есть и камбэк, и пейбэк. Активируй что-нибудь. Ну, мне нравится беги, он даже не пытается мне побежать. А зачем, собственно? Он думает, что Кофи Кингстон справится со мной, но он очень сильно ошибается, потому что Акам... Хэдбат! Личный хэдбат от Акама. Я думал, это суплекс, но нет, сплэш точнее. Фоксер сплэш, да. Так, и Кофи Кингстон на гриб. Нет, смотрите, получает DDT у нас Акам от Кофи Кингстона. Будет ли удачно так? И да, он дает так Бигги Лэнгстону, который бодрый свеж, но Акам это без разницы, кого бить, как я уже когда-то говорил. Я посмотри, ломает и брас... World Strongest Брассо. Еще раз, что же творит Бигги, он просто сумасшедший. Его нужно остановить срочно. Потому что таких сумасшедших содержать в WWE это опасно. Ломание не получилось. Так, зажимаем. Ага, это был типа главный прием. Вот, зажал. Отлично. Шел нафиг. Да, клоузлайн. Ну, хорошо, снес. Просто шлагбаум, удержание. Да, понятно.
Все с тобой ясно, Биг. И удачный будет ли суплекс? И... Да, удачный суплекс проводит на Биг И Акам. Показывает всем свои мускулы, Акам. И Резар поддерживает Акама в мускулах. Ну, не, смотрите, все-таки встретился у нас Биг И. Ой, по башке надавал Акаму. Неприятно быть Акамом, конечно, в данный момент. И у Биг И пилась Сигна! И снова этот спир. И снова этот спир, который... сажает Акама на пол. Акама же Акама, конечно. Кого же еще, как не Акама. Почему-то Акама у меня именно выходит, то, что Акама всегда огребает, а Резар приходит и все решает. Биг И, у тебя есть Сигна, который он побоялся воспользоваться против Акама, потому что знает, что Акама бы срежиссировал бы это и сказал бы до свидания. И Биг И использует приемы Биг Боссмена. Что же вы творите-то? Используйте приемы Великого. Надеюсь, его разрешение, потому что если нет, то он вас найдет. Да что же там, я вас найду, понятно? Так, Резар думает, что пришло время что-то менять. Ох ты, что творит? Что творит у нас Кофи Кингстон? Задом среверсировал. Не пойми как, но среверсировал. Тем временем Акам, бросочек, отлично, Акам. Теорик говорит нам, судья, а я говорю, пошел ты, судья. Нагинаем весь новый день. Кроме New Day, под Xavier Woods, точнее. Очень жалко, что... Даже не жалко, что я хотел сказать, то, что... В чем плюс то, что ты сам создаешь себе матчи? Я могу делать любой матч. Я сейчас вспомнил опять Crusader Online на Unis Online. Если хотите, можете посмотреть в WWE16, там прямо написано Unis Online. И там будет такой турнир, как карусель выживания. И в чем в нем полезного, то, что я мог делать там все, что захотел. Если матч 1-1, то финал очередь тоже должен быть 1-1. Там был трипл трет. В рамках турнира, хочу заметить. Не просто на Royal Smackdown, а именно в рамках турнира. И вот здесь вот... А почему? Почему не... Окей, ладно. Все-таки 2К не сделали отдельный финиш для отдельных рестлеров, но это не про то. Потому что было бы очень весело, если бы можно было бы сделать... Матч не только 2 на 2 в турнире, 2 на 2, а 3 на 3, например. Я бы скрестил новый день с Энти и посмотрел бы, как они дерутся. Одну и там, возможно, дальше бы они бы отошли от 3, да, и все-таки пришли в 2 лица. Но вот сам факт, то, что так сделать нельзя, просто потому что не ты создаешь турнир, это печаль. Как хорошо ворвался Резар. Он не будет, он будет медлить, да. Сюда. Нет, посмотрите, как Хурикан Рану проводит Кофи Кингстон Резару. И Резар уходит. Ну а Кампа восстает на камбэк. И... Нет, сворачивает. Неужели это победа нового дня? Нет. Акам или Резар может сворачивать, потому что от них это смотрится неожиданно. Но вот Кофи Кингстон это было ожидаемо, потому что этот трус только и может что сворачивать. Какие ему камбайки, какие ему сигнал, какие ему финиш, он ничего не достоин. Только огрести сигнатур от Акама, в частности, Rush Lexvik. Нет, без шансов. Опять-таки говорит нам Акам. Потому что шансов у нового дня резко поубралось, как только вышел Кофи Кингстон. Так они вообще упали к нулю. Да, выбивает Акама. Ой-ой-ой-ой, хорошо, как сейчас сделал Резар, какой молодец, подловил Кофи Кингстона. Но Кофи Кингстон вообще не почувствовал этого. Но Резару тут без разницы, почувствовал он или нет. Он будет огребать дальше от Резара. Кофи Кингстон будет огребать дальше. Давай Сигну бахни. Сигну! Сигну! Я говорю, Сигну! Нос! Клоузлайн from Hell отлично залетел сейчас. Let's go, man! Вот именно. Let's go прям в турмбакал. Отлично. Резару сразу видно, что... движущая сила в этой команде. Ой-ой-ой, куда ты пополз? Куда ты пополз, Маш? Миленький, маленький паренек. Да посмотрите, Биг И еще я увернулся, чтобы провести свой... Ой, какой дерзкий. Биг И, нужно охладить его пыл немножечко. Ломанием его головы. Проверка на спелость арбуза, скажем так. Либо же финишер краш, кому как удобно. И в канаты его толкать. На, о, хорошо, прям в канаты, как хотел. И что же, сможем ли мы провести 2 финиш Ита на Биг И Лэнгстоне? Первый финишер пошел. Неудачно. Гребаный Биг И Лэнгстон, иди сюда. Сюда иди. Ну а кому и не нужен помощь от
Лизаро, он и сам справляется с Бигги Лэнгстоном вполне себе не дурно, не двойственно, неплохо. И снова. Обычно команда прям хотя бы будет, не будет, будет просто скуп-слэм от него. Да, все, Акам уже сильно слишком устал, давайте передадим так Лизару. Да уйди ты отсюда, беги. Так, спасибо. Все, передам так Лизару, который сейчас готов врываться и уничтожать Биг и Лэнгстон. Не, посмотрите, Биг и Лэнгстон сопротивляется еще. Не хочет быть уничтоженным он Лизаром. Сюда шел! Ой-ой-ой! Что вытворяет? И снова сшибает шалдер блоком Бигги Лэнгстон. Бигги Лэнгстон прям доминирует над всей авторой болью. Над всеми авторами боли. И снова нет. Конечно, на что надеялся Бигги, я не знаю. Встал, чтобы огрести финишер. И финишер это мощнейшая бомба. Раз. Два. Господи, куда ты полез? Малец! На! Нет, ты не уползешь сегодня. Ты будешь сегодня страдать, Кофи Кингс. Ты на больше... Ты большего и не достоин, чтобы только страдать. На, обратный лучок. Обратный чоп есть такой? Сутенерская пощечина, наверное. Ну что же, беги. Ты не беги, ты не ползи, ты отдохни. Отдохни снова. Продолжай гребать. Слушай, какой долгий матч. Мне кажется, он играет уже целую вечность. А накопили мы пока что 4 звезды. Прошлый матч ревайвала механиков. Revival Love, скобочка механиков против авторов боли набрал 4,5 звезды гораздо за меньшее время, нежели сейчас. Но оно и не мудрено, потому что механики и авторы боли уже тертые калачи друг от друга, уже знают, как друг с другом сражаться, в отличие от нового дня и авторов боли. Они пока что притираются, смотрят, как лучше подойти и тому подобное. Че, тебя шоку, давай я тебе пожму твою мужицкую руку. Нет, ну тогда получай вот сюда, иди, понял, да? Говорит нам. Резар и проводит ничего. Как вам такое, проводить ничего? Это же супер-мега логично. Потому что когда тебе все от тебя ждут приемы, ты проводишь ничего, их это вставит в ступор. И, собственно, до свидания. Ой, канат. Суплекс на канат. Это очень неприятно со стороны беги делать. Еще тем более ломать мою спину. Он обрабатывает мое тельце. Бигги Лэнгстон, а вы еще в него верите и говорите, что он хороший мальчик. Нет, неправда. Бигги Лэнгстон сумасшедший. Так, давайте зажмем автопейбэк, потому что мне уже надоело это. Да, ударь меня. Ударь меня, пес. Давай, убей, бей. Прямо сейчас. Ударь меня. А ты лох. А в смысле? А почему я же нажал? Ладно, интересно. Видимо, это какой-то нормальный был прием, раз уж он... Да куда ты не встанешь сегодня? Хотя нет, знаешь, давай так, давай. Давай, вот так, да-да-да-да-да-да. Да, давай, давай. Иди сюда. На, ка, ты серьезно? Я не попал своим мега-мощным клоузлайном? Вот это был неожиданно, конечно. Да хватит. И вот так провел нам Кофи Кингстон. Но это было хорошо, хорошо, ничего не буду говорить. Кофи Кингстон сначала срежил наш сигнал, и теперь провел ход так, очень даже здраво. Давай, ударь меня. Либо сейчас, либо никогда, давай, Кофи Кингстон. Давай, давай. На, бей. Ну иди отсюда, вот так вот. Резар никогда не уходил из себя, и зато... Кофи Кингстон реверсирует все вообще. Вот что-то не скажешь, он это сверлит. А будет работать этот автовер... Ага, понятно. И у Trouble in Paradise удачно от Кофи Кингстона. До свидания. Но мне кажется, это конец. Потому что Trouble in Paradise от Кофи Кингстона вынести не каждый могёт. Особенно, когда ты уже избитый в полнейший щит. А Кам ко мне на помощь, конечно же, не придет. Ах ты! Ты! Слушайте, а неплохо. Очень хороший матч, хоть я и проиграл 3 раза подряд. Но не будем об этом. А будем о том, что поздравляем новый день с очередным достижением и битием всех рекордов в этой федерации WWE. Самый долгоиграющий чемпион и самый долгоиграющий чемпион Кофи Кингстон в отдельном взятом промежутке. И победители Dusty Rhodes Classic WWE. Единственная команда из WWE, которая была в WWE до объявления этого турнира и выиграла этот титул NXT. Даже Triple H выходит поздравить победителей нового дня. Интересно посмотреть, как будет, если я выберу Triple H. Triple H будет поздравлять Triple H. Ну это ладно, это немного наркомании. Да, все, поздравляем новый день.
И Triple H, нифига себе колечко на смотрю. По-моему, в прошлой части этот кубок выглядел как-то поиначе, покруче. Но я могу ошибаться. По-моему, он был позолочен. Вот такой вот турнирчик был. Три матча подряд у меня с Элита, немного обидно. Но что ж поделать, это доказывает, что я не идеален. И то, что я не выигрываю башенки, в принципе, мне простительно. Ну да, победили мы всех. Exit. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Вступаете, вы знаете куда. Что ставите, тоже знаете. До свидания.